Хозяин не хочет с ипотекой связываться, поэтому квартира продается в рассрочку. Так, и сколько первоначальный взнос? 1,5 миллиона. Так, а неделю сделка терпит? Да какую неделю? Такие квартиры уходят за день-два. Продажа срочная, поэтому и стоимость ниже рыночной. Слушай, а если я тебе сейчас 50 тысяч на карточку кину, а ты 3 дня квартиру никому не показываешь? Ну, вообще, я даже не знаю. Я так никогда не делал. Да и хозяин ждать не хочет. Понимаю. Сорянечки. Не могу не ответить. Да, Лячка моя. Привет. Привет. Как все прошло? Ну, вроде сказали, что пока поводов для паники нет, но на 16-й неделе надо будет сделать дополнительный анализ. А, да? Блин, не знаю, я что-то так разнервничала. Да ладно тебе, что ты переживаешь-то? Конечно, мы все сдадим. И то, что не надо, сдадим. Ну? Ты что, на работе? Да. Я на совещании сейчас. Давай, до вечера. Да, давай. Все, да, целую. Молодой человек, 3 дня, 60 тысяч. Мужчина. Где Витек? Какой Витек? Понятно. Старший лейтенант Коротков. Младший операционист Воронин. $300 тысяч надо. Кредит. А, да, конечно. Скажите только цель кредита. На похороны. Мамы. Соболезную. А где хранить будете? В Москве. В Москве дорого все так, а хочется достойно проводить последний путь, так сказать. Да, понимаю вас. А какое кладбище? А это? Хованское у нас там рядом. Угу. Решили, да, кремировать будете или так? Блин. Надо у нее спросить, как она ходит. Угу. Так, подо что кредитик доберем, товарищ лейтенант? Ставочку надо зарядить. В казино, Зира, казино. Какой-то популярный. Да ты чё? Это же самое модное место. Сейчас там все сидят. Угу. Там люди такие деньги зарабатывают. Мне же ненадолго. Я сейчас вложу, через 3 дня отобью, подниму и отдам сразу весь кредит. Так, а если не отобьете, чем отдавать будете? Да ты чё? У меня же система. Угу. Ну, давайте тогда заполним документик. Вот ручка. Давайте. Мил, привет. Слушай, а Зира Казино, там выплаты быстрые, холда нету? Тебе, как обычно, все и сразу. Ага. Слушай, ну, CTM с гамблой не работает. Есть партнер Collected Cash. Не знаю, там выплаты быстрые. Мил, это супер, ты лучшая. Спасибо, целую. Ой, все, давай, ладно, пока.
Привет. А тебе нравится аниме? Мне? А... Ты случайно косплеем не увлекаешься? Завтра как раз фестиваль. Я нет. Слушай, а Витек же косплеер. Ну, парень у нас работает в IT, такой харизматичный брюнет. Не встречай. Сейчас, секунду, твой. Начальник звонит. Алло. Да, Дмитрий Дмитриевич. Да, сейчас буду. Да, все. 3 минуты, 4. Слушай, а я могу ему дать твой номер, чтобы вы как-то сконтачились? Он просто тоже хотел пойти и не знал с кем. Ну, ладно. Спасибо. Увидимся. Пока. Добрый день. Присаживайся. Пейджик. Вы знаете, чем занимается Виктор Истомин, помимо его работы в нашем банке? В каком смысле? Вы знаете, что может сделать Виктор Истомин с базой данных клиентов нашего банка? А почему я-то об этом должен знать? Странно, что человек, который проводит столько времени в его кабинете, вообще не в курсе. Виктор использует личные данные клиентов в собственных целях. Так, а как вы это поняли? Расследование еще идет, но, боюсь, увольнение для него может стать наименьшей проблемой. Вы его уволите? Уже. А что мне было делать? Трудовой договор нарушен. Как положено. Бедный Витек. А пока, ну, у вас есть какие-то доказательства? В банке вообще достаточно сложно что-то сделать незаметно, учитывая службу наблюдения и безопасности. Но одно дело, если бы вот друг попросил эти данные предоставить. Ну, или кто-то его компьютером воспользовался, чтобы эту базу предоставить. Ну, а здесь совсем другое, да? Ментов придется привлекать. Ну, интересные у вас методы, Дима. Искренне не понимаю, о чем ты. А, ты... Могу идти? Ну, иди пока. Угу. Смотри-ка, что он будет Что за 6 брал? Открой, пожалуйста, а. Вить, ну я вижу, что ты в глазок смотришь. Блядь. Вить, ну давай поговорим, а. Чё-то неохота, спасибо. Вить, ну, прости меня, пожалуйста, но я... Да я думал... Блядь, ничего я не думал в этот момент. Вить, ну я мудак. Что? Мудак, я говорю. Ведь ты всегда говорил, что это конченая работа, и считай, что я тебя освободил. Да ладно, на самом деле правильно. Нахуй таких друзей. Чего? Говорю, плохой я друг. И я пойду. Слушай, нет, это... Я Эльвире сказал, что ты завтра с ней на фестиваль косплееров пойдешь.
чё, охренел? Урод. Ты чё натворил вообще? Чё я натворил? Ты вообще знаешь разницу между косплеером и геймером? Я геймер. Ну ладно, ну типа, и что, ну все равно сходи, чувак, пожалуйста, тебе все равно до хера свободного времени, посвяти любви. Ты знаешь, сколько нормальный костюм стоит? Тебе зачем? Ты харизмой возьмешь. Старик, ну реально, ну типа, шанс топовый. Иди нахрен, Сём. Ищи себе новых друзей в базе. Так стой, 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 коробку, блядь! Я тут оставлю, у двери. Тусь онлайн-казино какого-то. Zero Casino называется. И что он там делает? Не знаю. Там вход по QR-кодам. Меня не пускают. Ты вчера родился, что ли? Ну, придумай, что ли. Здорово. Тебя на главное попросили. А чё не по рации? Она у них сдохла. Сэм. Макс. Слушай, я хотел по поводу бизнеса перетереть. Не, бро, давай не сейчас. Слушай, пойми, ну там вопрос жизни и смерти. Ну что у тебя? База. Ну, я с помощью нее смогу привести новых игроков. Ну круто, приводи. Так я уже, мне просто статус надо сменить, потому что на джуниоре просто выплаты нищенские. Погоди, ты сколько с нами работаешь? Что, уже 6 часов. Ну ты смешной. Пожалуйста, слушай, мне деньги нужны просто срочно. Ну, я же у тебя не в долг прошу. Слушай, Джуниор, хочешь бабок? Делай ставки. Тут есть на чем подняться. Налить что-нибудь? Бар бесплатный. Фух. Привет. Привет. Что здесь делаешь? Нетворкинг. Same shit. Это нетворкинг. Я, кстати, думала о тебе. Ты же вообще без стоп-сигналов. Ну, в смысле, тебе вообще на все насрать. Ты вот как танк, прешь, не глядя на препятствия, даже если это люди. Слабо это похоже на комплименты. Это комплимент. Только такие отмороженные выбивают все. Тут главная цель по пути не проебать. Мне же еще работать все начало.
Давай, жги. Хочется быть курьером плохих новостей, но неведение еще хуже. Фотографии прислали. Я тебе 100 раз говорил. Покачаемся, может мужики, а можно такси? О, не. Понимаешь, все, вообще все в своей жизни я делаю только для тебя. Ты похер, что у меня ничего не получается, просто я не могу в этой жизни жить. Я создан же для чего-то, ну для чего-то же, я создан для чего-то большого, для чего-то. И насрать мне, что вы в меня не верите никто. Еще батя твой. Просто знай, что я тебя очень люблю. Beep.
Алло. Сэм. Сэм. Доброе утро. Макс из Zero порекомендовал тебя как крутого арбитражника. To me.